Здравствуйте, мы находимся в городе Клинцы, магазин «Мотоэлотехника». Наш адрес – проспект Ленина, 33. Сегодня я сделаю обзор мотоцикла Honda X4 версии LD. Вот, мотоцикл 2001 года выпуска, привезен из Японии, без пробега, соответственно, ПРФ. Мотоцикл куплен на аукционе с хорошими оценками. Аукционный лист прилагается. Если нужно, я могу выслать по почте. Вот, посмотрим на все узлы. Значит, задняя резина осталась там процентов 10, уже подношена. Цепь натянута наполовину. Мотор чистый, без подтеков. Установлена тюнингованная выхлопная система. Передняя покрышка также уже выработала практически весь свой ресурс. Тормозные колодки. Сейчас. Сношены примерно наполовину. Вилка сухая, не течет. Никаких вмятин, царапин на баке нет. Также нет их на пластике. Небольшие царапины есть только вот здесь на глушителе. Что? Повторюсь, мотоцикл 2001 года выпуска, версия LD. Пробег составляет 31 585 километров. Попробуем завести. Технику в нашем магазине вы можете приобрести в кредит. Также по необходимости мы можем организовать доставку через транспортные компании, либо отвезти мотоцикл за дополнительную плату на собственном автомобиле. Все работает. Спасибо за внимание. Еще раз напомню, наш магазин находится в городе Клинцах. Называемся мы «Мотовелотехника». Наш адрес в интернете – motovelo32.ru.